Так, Влад, у тебя по 5 предметам выходят двойки. Опять звонила твоя учительница, говорит, что ты не был в школе. Как ты вообще будешь сдавать ЕГЭ? Все будет хорошо с Божьей помощью. У многих, наверное, были или есть такие учителя, которые очень плохо объясняют свой предмет. Ну, допустим, ты что-то не понял, подходишь к такому учителю и говоришь: «Я не понимаю». А он тебе отвечает: «Я тоже». Ну, охуенно, блядь. Я заметил, да. Спасибо. Мамины коронные фразы. Да, давай, ломай, мы же миллионеры, еще купим. Ну ты его еще в жопу поцелуй. Ну сколько можно сидеть за компьютером, а? Футболу под потом, блядь. Я заказал дорогую пиццу за 5000 рублей. В честь такой покупки я решил налить бокальчик свежей водички и пообедать. Уже поздно. Вали за другой. Как понравится всем? В первую очередь вам нужно улыбаться. В процессе разговора не нужно задирать подбородок. Это говорит о вашем высокомерии. Чаще приподнимайте брови. Это говорит о том, что вы заинтересованы в разговоре. Не надо поджимать губы. Будет ощущение, как будто вам что-то не нравится. Где ты это взял? В интернете. Костя, ты дал наш адрес в интернет? Господи, господи, теперь же неизвестно, кто будет знать наш адрес. Ну зачем ты нас... Алло, сантехник? Да, слушаю. У меня тут проблема. Какая проблема? У меня сломался унитаз. Не ссы, ща приеду. Слушай, Лер, я вот хочу завести собаку, но мама не дает. Что делать? А с чего ты решил, что собака тебе даст? Кучи флипса. Блин, капец ты стрёмная. Я офигела, я не стрёмная. А как ты поняла, что это тебе? Кучи флипсапс, фэки хичи бичи массаж. О, иди как раз со своим сыночком-алкоголиком поговори. Он что, опять бухал, что ли? Ну, конечно. Вот сволочь. Ща. Слышь, ты что, вчера опять бухал? Блин, папа, оно само как так получилось. Ну, мы же с тобой уже договаривались. Блин, па, ты что, обиделся, что ли? В следующий раз точно тебя позову. Пойдем ко мне домой. Ну, я так не могу. У нас с тобой даже общих знакомых нет. Путина знаешь? А, ну, знаю. Пошли. Пошли. Так, надо подняться, пока она не закроется. Фух, успела. Дети, когда видят палку сейчас. Я в детстве. Boy, sweet.
Варь, я так хочу в туалет. Ну вот сходи в лес. А если кто-то увидит? Да никто тут не увидит, тут никого нет. Девушка, а вы какого года рождения? Там такое же число, как бензин в твоей машине. Не, 80-й не заливаю. Быстрый, словно АМГ, а? На Supreme LV. Брат, на, посмотри это видео. Тебе оно точно поможет. Войтенко? Примерно так же, как предыдущий год, может, ты сделал все в корне неправильно. Три способа, как отшить злобную училку. Вы ничего не добьетесь в жизни. Извините, а чего добились вы? Раз ты такой умный, проведи урок вместо меня. Я? На правах учителя. Урок закончен. Все свободны. А голову ты не забыл, тупица? Вы что, пересмотрели фильмов про зомби? Саш, посмотри, там одеяло отжалось или нет? Дядь Тимур, скажи ЗИЛ. Че, снова начинается, что ли? Ну, ЗИЛ. Твой папа попой тормозил. Клей. Выпей баночку за плей. Кукуруза. Поцелуй цыганки пузо. Ракета. Твой папа директор туалета. Ну, печка. Твоя мама узбечка. Май. Я пукнул, а ты поймай. Да пошел ты. Чехлы для разных телефонов. Для меня найти чехол вообще не проблема. Заходишь в любой магазин и покупаешь. А мне, чтобы найти чехол, нужно обойти 100-500 магазинов, в итоге ничего не найти и заказать его на Алиэкспрессе. А что это такое, ваше чехол? Какое-то непонятное слово. Слушай, я хотела тебе давно сказать, нам надо расстаться. Стой, это, а давай еще 5 минут повстречаемся. Зачем? Мне надо кое-что тебе сказать. Ну, давай. Мы расстаемся. Так, дайте пацанам посчитать пальцы. Алло. Приходи ко мне. Не могу, я занят. Моих родителей нет дома. Не волнуйся, они вернутся. Ребят, стою, смотрю, не могу понять, что это там такое стоит. Пойдемте посмотрим. А, показалось.
Обменял бы ты своего брата за iPhone? Нет. За 2? Нет. За 3? Давай. Держи, пойдем. Постой, а кто тебе сказал, что у меня есть брат? Девушка, привет. Привет. Слушайте, вы так подходите к этим деревьям? Потому что я такая же красивая? Нет, потому что вы тоже бревно. Кучи флипса. Папа, ты спишь? Ладно, я выключу телевизор. Ты что выключил? Так я же спрашивал, ты промолчал. Я там новости смотрю. Ты спал? Я не спал. Я просто не услышал. Вот кто просил тебя? Давай сюда пульт. Так, сынок, ты уже взрослый, удаляй-ка свои игры с компьютера. Блин, бать, ну может не надо? Отставить разговоры, удаляй прямо сейчас, чтобы я видел. Ладно. Вот, молодец, мужик. Мам, меня очень живот болит. Может потому, что он у тебя пустой? А вот почему у тебя постоянно голова болит. Когда ставишь телефон на зарядку днем? О, здорово, здорово, да, давно не виделись. Когда ставишь телефон на зарядку ночью? О, привет, давай, давай, давай.